Все экзамены позади и переживания тоже, но все же сегодня большинство выпускников волнуются, ведь они получают свои первые дипломы о среднем специальном образовании. Непонятное ощущение у меня происходит. Жалко расставаться с верой. Безумие. Вот мне правда непонятно, как я сейчас все. Вот знаете, как такое ощущение, что вот я только что пришла вот на первый курс, а уже все, четвертый. Ну вот вообще это волнительный момент для родителей? Ну а как же, конечно. Ребенок все-таки взрослую жизнь. Да, колледж тоже немало. Конечно, выше пойдет. Ну, довольно, конечно. За успешную учебу выпускников лично поблагодарил директор профессионального колледжа Московия Сергей Нерубенко и заместитель начальника управления образования Ленинского района Ольга Жданова. Вначале поздравили ребят, которые с отличием окончили образовательное учреждение. В этом году их 17. Красный диплом получила Екатерина Поступинская. Почти 3 года она обучалась на факультете сервис на транспорте. А еще девушка успела пройти обучение по целевой программе «Приток» и теперь будет работать ассистентом по подбору персонала в аэропорту Домодедово. Но со студенческой жизнью Екатерине жалко расставаться. Я сегодня очень рано встала, боялась опоздать, собиралась. В общем, волнительно, но и радостно, и грустно. Это самый большой выпуск за всю историю существования Ленинского структурного подразделения колледжа Московия. 200 высококвалифицированных специалистов выходят из стен образовательного учреждения. Причем многие ребята планируют получать высшее образование и обязательно работать по профессии. В Ленинском структурном подразделении 8 специальностей. 2 специальности мы открыли под нашего партнера Московский аэропорт Домодедово. Это сервис на транспорте и организация перевозок управления на транспорте. А другие специальности – это технологии продукции общественного питания, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования и другие специальности. Выпускное важное событие для всех – студентов, их родителей и, конечно, педагогов. Сегодня в колледже работает 40 преподавателей, и каждый из них волнуется за дальнейшую судьбу своих воспитанников. У меня в этом году выпустилось 2 группы. Группы очень большие. Одна группа, которая сервис на транспорте, 31 человек. Я 4 года взращивала мальчишек, их 25, и одна девочка – это автомеханики. Мы успешно закончили свое обучение. Конечно, этому очень рады, очень счастливы. Впереди у ребят новая жизнь, но с тем багажом знаний, которые они получили, дальше можно будет шагать уверенно, преодолевая все испытания. Ирина Бокова, Данил Свидерский, Елена Кошлева, Видное ТВ.